Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. Президентский полк вновь пополнился новобранцами из Чувашии. На службу в кремлевские войска сегодня отправились 15 юношей. Они прошли серьезные отборы, теперь их называют не иначе, как элитой российской армии. В честь ребят в призывном пункте Канаша устроили пышные проводы. На торжества приехал и глава республики Михаил Игнатьев. Формы солдата президентского полка достоин не каждый юноша. Этих ребят выбрали из тысячи призывников. Для тех, кто хотел попасть на службу в самое сердце Москвы, устроили настоящий экзамен. Идеальная спортивная выправка, незапятнанная репутация и даже внешность новобранца. Это главные критерии отбора, которые прошли 15 человек. Все они уже с детства мечтали связать свою судьбу с военным делом. Я, в принципе, давно планирую. Старые планы. Года два примерно. Ведь сейчас Пучков сразу заявление подал в президентскую полку. А ты знаком с задачами, которые стоят? Конечно, знакомились со всем. Маршировать, стрелять, долг выполнять перед Родиной. А еще их обучают верховой езде, меткой стрельбе и премудростям парадного шага. Солдаты президентского полка всегда на виду. Они охраняют первых лиц страны и несут почетный караул у вечного огня. Особые гости этого праздника уже служившие в кремлевских войсках. Год назад Москву их провожали с этой же сцены. А сейчас они сами напутствуют молодых. В дальнейшем планирую куда-нибудь в военное пойти, в академию куда поступить. Чувашия на протяжении многих лет отправляет новобранцев в элитные войска. И такая честь выпадает далеко не каждому региону. Мы за наших ребят гордимся. Они нашу родную Чувашию никогда не опозорили. И приезжают только с положительными характеристиками. И в дальнейшем свою судьбу, уже будучи там, служа в этой элитном подразделении, уже предопределяют. Такая возможность, во-первых, их же отобрали комиссионно, значит, по состоянию здоровья, по силе духа, по дисциплине, по разным критериям. Там каждого не возьмут, это вы все прекрасно знаете. И поэтому, несмотря на этот час расставания, час волнения, я видел, у всех глаза горят, призывники хотят пойти служить, родители рады и горды за своих сыновей. Тем, кто вернулся из Москвы, глава региона подарил часы с чувашской символикой. А призывникам этого года вручили сотовые телефоны. И наказ – честно и преданно служить родине. Домой эти юноши вернутся только через год. И уже они проводят новых кремлевских новобранцев. Дмитрий Ковалев, Регина Кубайкина и Александр Петров. Республика. Сегодня депутаты Государственного совета Чувашии рассмотрели изменения в закон о республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Доходы под конец года увеличились на 367 миллионов рублей. Министр финансов Михаил Ноздряков представил документ и рассказал, за счет каких поступлений растет республиканская казна и на что их потратят. С учетом изменений бюджет в 2013 году составил 35,5 миллиардов рублей. По данным Минфина, рост 18%. В этом году республику ждут дополнительные безвозмездные поступления средств. Со второго транша в объеме 40 миллиардов республика получила дополнительно, как я сказал, выше 609,1 миллиона рублей. То есть общая сумма на эти цели составила 989 миллионов рублей или 49,8% от общего объема средств, необходимых на дополнительную выплату заработной платы, по оценке Минфина России, обращаю внимание, доля 49,8%. Кроме того, поступят средства на поддержку агропромышленного комплекса, на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 5 миллионов рублей направят спортивным организациям, которые готовят резерв для сборных команд России. 31,6 миллионов поступят в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Также дополнительные средства предлагается направить на предоставление жилья детям-сиротам, на поддержку сельского хозяйства, на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта. В целом парламентарии поддержали предложение Минфина. Воздержался только один депутат. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.
460 миллионов рублей получит чуваши из федерального бюджета для рекультивации Пихтулинской свалки и шламонакопителей биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Минприроды России включил объекты нашей республики в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы. Свалку рекультивируют после ввода в эксплуатацию полигона ТБО, который строится на стыке трех муниципалитетов – Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Строительство объездной автомобильной дороги в обход Новочебоксарска к полигону твердых бытовых отходов подходит к завершению. Срок сдачи – декабрь этого года. Сегодня на объекте прошло заседание штаба по строительству дороги. Там побывала и наша съемочная группа. Заседание штаба по строительству объездной дороги прошло прямо на месте. Говорили об уже сделанном и, конечно, о проблемах, с которыми пришлось столкнуться при строительстве. Данная дорога четвертой технической категории, протяженностью 9771 метр. Выполнена ОАО «Чувашавтодор» с небольшим опережением графика. Сложности на данных участках были связаны с высоким залеганием пластовых грунтовых вод, рельефа местности и существующей геологии. Совсем «Чувашавтодор» справился, работы выполнены в полном объеме. На сегодняшний день ведутся устранение замечаний, проводится рабочая комиссия, и объект подготавливается к сдаче ввода в эксплуатацию. Помимо дорожных работ, в проект входит и реконструкция моста, проходящего через реку Кукшум. 32-метровый мост предназначен не только для транспортных средств, но и пешеходов. Соблюдены и все стандарты. Тротуары выведены за проезжую часть. Есть барьерное ограждение. Сходы и съезды ко всем остановочным павильонам выполнены в виде пандусов. Объект выполнен в очень короткие сроки. Качество работ вполне удовлетворяет потребителям. В общем, только все хорошее, можно сказать, о подрядной организации, о строителях, которые, не покладая рук, так скажем, работали на этом объекте. Объем финансирования из всех источников более 270 миллионов рублей. Пропускная способность дороги в соответствии с нормативными требованиями – 1000 автомобилей в сутки. Для удобства водителей и благоприятной дорожной обстановки на дороге установлено 116 дорожных знаков. Думаем, что использовать эту дорогу и пассажирском транспортном сообщении есть все удобства. Подрядная организация уже все автобусные павильоны поставили, разметка она существует, дорожные знаки, которые проектом предусмотрены, они все установлены. Но вот на днях до 1 декабря Государственная комиссия эту дорогу примет. Благодаря строительству объездной дороги улицы Новочебоксарска станут менее загруженными. Евгения Егорова, Евгений Анисимов, Республика. Еще один крупный дорожный объект планируют проложить по территории Чувашской республики. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань. Строительство выходит на новый уровень. До конца 2013 года будет объявлено об итогах открытого конкурса на право заключения договора на выполнение инженерных работ. Сегодня глава Чувашии рассказал о важности строительства ВСМ-2. Во-первых, это мечта всех россиян и жителей Чувашской республики. Во-вторых, это вопросы безопасности. В-третьих, это экономия времени. Построенная дорога позволит экономить время в 4 раза между Чебоксарами и столицей Российской Федерации Москва. В-четвертых, на сегодняшний день экономика будет развиваться, дополнительные рабочие места. Экономика будет развиваться почему? Это инвестиции более чем 120 миллиардов рублей в экономику Чувашской республики. Они же вкладываются на чувашскую землю. Практически будут работать и наши строители, и другие строители. И тем самым облик, вообще культура жителей Чувашской республики и наших гостей, их социальное самочувствие будет только улучшаться.
Ректор Чувашского госуниверситета Всеволод Агаков временно отстранен от занимаемой должности. Напомним, ранее Агакову было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствие выяснило, что доцент медицинского факультета и директор Батаревского филиала пытались незаконно приватизировать две служебные квартиры, которыми владел университет на праве оперативного управления. Всеволод Агаков и проректор вуза, зная об этом, оказали активное содействие им в оформлении документов. 13 ноября Верховный суд рассмотрел апелляцию и решил оставить в силе решение суда первой инстанции об отстранении от занимаемой должности на время следствия, сообщили в прокуратуре. К другим новостям. Жители Аликовского района на здоровье не жалуются. Не потому, что все здоровы, а потому, что иногда попросту некому. Нужных специалистов в районе нет, а скорая помощь совсем не скорая. Разбиралась в проблеме Ольга Пырочкина. У местного барбоса серьезная травма. Судя по всему, бедолага уже долгое время живет без лапы. Впрочем, жителям Аликовского района повезло немногим больше. Дело в том, что в центральной районной больнице нет травматологического отделения. Лечатся люди как могут. Нога болит, у меня ходить трудно. Понятно. На велосипеде легче. Сейчас там эти дневные, не стационар, как называется это? Ну, на укол, на систему ложат в этот день. Ну, каждый день надо ходить. И очередь очень большая. За 2-3 месяца надо записываться. А еще в районе практически не рождаются дети. В прямом смысле слова. Родильного отделения тоже нет. Как, кстати, и детского. Когда-то они были, однако несколько лет назад по стране прокатилась оптимизация. Теперь всех, у кого травма, приходится везти в Ядрин. Тех, кому предстоит стать мамой, транспортируют в Чебоксары. Ну а с болезнями сосудов добро пожаловать в Шумерлю. И все бы ничего, но перевозкой больных занимается единственная в районе бригада скорой помощи. В ходе проверок журналов 2012 года было установлено, что всего было принято 2650 вызовов. Из них 237 вызовов за пределы района. Это в президентский перинатальный центр 118 раз, Шумерлинская ЦРБ 100 раз и в город Ядрин, Ядринская ЦРБ 19 раз. Кроме этого, необходимо сказать, что каждый вызов занимает около 3,5 часов. То есть при несложном математическом подсчете видно, что в районе скорая медицинская помощь не осуществлялась в течение 829 часов 30 минут. Это то есть 35 суток. Другими словами, больше месяца район жил без скорой. Без последствий такое, увы, не проходит. Например, 18 марта 2013 года в 10 часов 50 минут поступил вызов от гражданина деревни Хорозана. В связи с отсутствием бригады в районе, так как она находилась на вызове и везла роженицу в президентский перинатальный центр, помощь выехала лишь в 11 часов 30 минут. Пациент при приезду скорой помощи скончался. Только за текущий год таких случаев было 3. Этой проблемой заинтересовалась прокуратура района. Более подробно о ситуации в Аликовском районе смотрите в программе «Правовое поле» во вторник в 20:00. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике провел командно-штабное учение по пресечению террористического акта на одном из массовых спортивных объектов Новочебоксарска. В ходе учения проверялась готовность силовой группировки штаба к проведению контртеррористической операции, освобождению заложников, обезвреживанию террористов, а также минимизации последствий террористических актов. Отрабатывались меры по обеспечению безопасности населения. Командно-штабное учение было нацелено на повышение уровня индивидуальной подготовки каждого участника, формирование уличного состава готовности к самостоятельным действиям. Поставленные перед подразделениями задачи выполнены, цели учения достигнуты. В центре Канаша приземлился вертолет, причем останется он там теперь, судя по всему, на очень долгое время. В народе крокодил, но официально Ми-24. Этот советский вертолет прибыл в Канаш не для военной миссии, а в качестве памятника. Такие же машины участвовали в афганской войне, в боевых действиях в Чечне и во многих региональных конфликтах. Этот уже канашский вертолет с бортовым номером 71 тоже побывал в горячих точках. На его корпусе можно найти даже следы от пуль и заплатки.
Чебоксары впервые прибудет ковчег с мощами чудотворца Иоанна Шанхайского. 17 ноября в половине 9 утра православную святыню с частицей мощей великого святого 20 века будут встречать в Покровско-Татьянинском соборе. Божественную литургию возглавит митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра.